Началась подготовка к окружному молодежному форуму «Иволгам». По поручению полпреда президента России в ПФО Игоря Комарова разработана новая концепция. Полюбившаяся молодым людям площадка должна стать еще более динамичной и соответствовать современным тенденциям государственной молодежной политики в Российской Федерации. Среди основных задач форума – создание профессиональных сообществ и стимулирование проектной деятельности молодежи. Его программа будет более ориентирована на решение определенных задач, приобретет прикладной характер. В Чувашии уже вовсю готовятся к форуму. На базе Центра молодежных инициатив организована работа школы социального проектирования. Ведется отбор потенциальных участников смен, предварительная оценка проектов. Напомним, в 2018 году в форуме приняло участие 86 человек. В этом году Иволга пройдет по традиции на Мастрюковских озерах с 23 по 31 июля.